Давай, вставай. Выше давай. Вот. Вот, красивая девочка. И так три раза в день по полчаса. Мама подбадривает и требует усилий от своей малышки. Она капризничает и плачет. Специальные приспособления. Их называют укладки. Мелании надевают на ноги. Они обеспечивают правильное положение тела. Спастика мышц сокращается, состояние ребенка улучшается. Самостоятельной ходьбы нам не обещают. Пока. Но ходьба около опоры, да. Да, нам прям это обещают. А еще обещают, что Мелания должна заговорить. Малышке сейчас 4 года, роды были преждевременными. Первые несколько дней жизни она провела на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи сразу сказали, что обширное кровоизлияние произошло, была гипоксия, что последствия будут серьезные. Ну вот. Ну вообще много чего говорили, и не выживет. В общем-то, нам не давали шансов. Диагноз ДЦП Мелании официально поставили после года. Сразу же для нее разработали индивидуальную программу коррекции и восстановления. Это несколько курсов реабилитации в год. Метод войтотерапии, тейпирование и занятия на ипотренажере. А еще ежедневная работа с логопедом и дефектологом положительно отражаются на здоровье, как и эмоции от игр со старшей сестрой. Я ее на живот, она опять на спину, я опять ее на живот. Она опять на спину. То есть у тебя такая и игра, и зарядка одновременно получается у вас, да? Ну, да. Сейчас Меланию на реабилитацию готовы взять в столичную клинику. Цель госпитализации – укрепление и снижение патологического тонуса мышц, увеличение двигательной активности и объема движений, развитие мелкой моторики, стимуляции и развитие отсутствующих навыков, в том числе речи, улучшение психоэмоционального состояния. Вот только стоимость лечения не по карману орловской семье. Нужно 199 тысяч 430 рублей. Все, которые реабилитации помогают деткам, таким сложным деткам, они все платные. Нам сложно. Мы стараемся ежемесячно, конечно, ее вывозить, делать курсы какие-то ей, что-то оплачивать, летнюю реабилитацию. Ну, нам сложно дается, мы все работаем на нее. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут большую часть суммы, необходимой для реабилитации Мелании – 166 430 рублей. Родители малышки рассчитывают, что жители Орловщины помогут с оставшейся. Это 33 тысячи. Для этого достаточно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного – 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи есть на сайте Русфонда. Анна Васильгисер, Владимир Спирин, Вести Орел.